Об угоне своей 15-й модели ВАЗа в дежурную часть полиции сообщил 26-летний сочинец. По словам потерпевшего, машина была припаркована на улице Энергетиков, а ключи от транспорта находились в салоне. Оперативный дежурный ДПС ориентировал все наряды дорожно-патрульной службы на розыск угнанного автомобиля и задержание подозреваемого. В результате машина была обнаружена на улице Авиационной. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал, но в результате погони сотрудникам полиции удалось блокировать автомобиль и задержать подозреваемого. Злоумышленником оказался 22-летний житель соседнего региона. Как объяснил задержанный, машину он угнал с целью покататься. Автомобиль возвращен владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, это лишение свободы на срок до 5 лет.